Морской колледж Черноморска в минувшую пятницу провел для школьников города День открытых дверей. Знакомство с учебным заведением началось с рассказа потенциальным абитуриентам о процедуре поступления и перспективах, которые открываются воспитанникам училища в будущем. Это у нас обязательное ежегодное мероприятие, а то бывает мы и не одно такое мероприятие в год проводим. Стараемся показать, на что мы способны, чему научились наши дети за годы учебы. И в этом году мы хотим, как и обычно, рассказать нашим выпускникам 9-11 классов, в каком направлении мы работаем. Мы очень рады будем, если наши выпускники выберут наше учебное заведение. Тем более у нас хорошая база, в чем они сейчас будут иметь возможность убедиться. У нас прекрасная рекреационная зона, у нас здесь есть и столовая, великолепный актовый зал на 400 мест почти, прекрасный спортивный зал. Есть общежитие, то есть, в общем-то, все, что необходимо для учебы и для отдыха в нашем учебном заведении есть. После официальной части гости колледжа смогли в неформальной обстановке пообщаться с преподавателями и студентами, задать интересующие их вопросы. Здесь же первокурсники колледжа уровня младший специалист демонстрировали искусство ресторанной нарезки и выкладки фруктов. Также они рассказывали школьникам о своих будущих профессиях – повар, официант, бармен. Я учусь первые полгода, и мне эта профессия очень нравится, поскольку она очень интересная и актуальная, и востребована в первую очередь. Теперь старшеклассники могут осознанно подойти к выбору будущей профессии. Уже летом выпускники 9 и 11 классов смогут подать документы на поступление, чтобы получить полезную и востребованную профессию.